такой пискливый. Костер будем разжигать? Всем привет! Сегодня у нас видео для самых маленьких, так что взрослые могут посмотреть другое видео или просто оставить ребенка посмотреть наш канал. Сегодня Гергерыч с друзьями едет на пикник. Приятного вам просмотра! Ну что, поплывем? О-хо-хо-хо! Как мы лед сломали, видели? Сними капюшон, тебе не видно ничего. А, мы поломались. Нет. У кого весла есть? Кто плавать умеет? Ага, не я. Гера, ты умеешь плавать? Я не умею. Надо до берега сплавать за веревкой. А кто умеет? Поплывет? Кто умеет плавать-то? Я умею, но я не поплыву. Почему? А что будем делать? Мы же здесь с голоду помрем тогда. У нас есть еда. Леха, ты умеешь плавать? Да. Давай, нет, поплывешь? Плыви. Ныряй. Кто поплывет? Я. Бензин кончился, надо за бензином сходить. Тут есть канистра какая-то. Это вода. Ну, я не знаю. Ну, что делать-то будем тогда? А я сейчас проверю, там есть бензин. Да, есть бензин. Где? Вон пустой бак, видишь, вон пустой. А ты заведи, заведи, папа. Ага, вон, смотри. Не заводится. Ну что делать будем? Рыбу ловить. Хана ждать. Ловите рыбу тогда. Будем ждать. Скажите, позвоните Хану, скажите, он умный у нас, скажите ему, что надо соляры принести. Так, ребята, мы едем на пикник. Мы уже переехали реку, спустились по горам. Но у нас по горам. У нас запись на камере не включалась. Поэтому вам потом покажем, как обратно будем ехать. Сейчас мы ищем полянку. О, древучий лес. Древучий лес густой. Ой. Все. Встаем тут. Шапку одеваем, перчатки, шапки и выходим. А на дверцу можно наступать? Да, конечно. Вот это жена у меня. Она вообще на шерпе не ездила никогда. Че надо кричать, когда заблудишься? Нет, ау! Давайте. Аккуратно. Так, ну что? Готовы? Да. Дрова собирать готовы? Да. Так, будете сейчас собирать дрова. Пошли, покажу, какие. Там хворост, наверное, есть. Пошли, будем собирать дрова. Это малинник. Кто малину любит есть? Я. Ой. А еще кто любит? Аккуратно медведь. Кустами друг друга. Медведь. Медведь. А можем здесь медведя мы встретить? Да. Наверное, можем, потому что лес-то у нас страшный. Вот такие ветки надо, смотрите. Всякие, вот такие вот. О, вот это хорошая ветка, разжигать костер. Все, я пошел там костер раскладывать. А вы собирайте, приносите мне тоненьких сначала надо. Вот, вот так мы с семейством выбрались на пикник. Да, мы рядом с деревней, здесь рядышком прям стоим. Но детям от этого не менее интересно. Все нравится. Так, костер мы разведем где-нибудь вот здесь. Да, вот тут. Так, молодцы, дело идет. Собираем, собираем дрова. Еще для костра нужна береста. Вон туда, вон там вся куча лежит у нас. Так, ну что, будем разжигать, да? Ну, мало, да. Так, сначала нам нужны самые маленькие веточки. Там вон есть рядом. Садись. Вот. Самые тонкие веточки кладем на бересту. И еловые ветки очень хорошо разжигают костер. Так, надо еще, да? На сейчас. О! Добытчик! Вот, давайте, ломайте их. Да, ломайте, ломайте, ломайте ветки. Надо кормить костер. Иначе он потухнет, и мы замерзнем. Будете сосиски жарить? Да. На огне. Леш, ну у вас одна девочка работает, вы что? А вы факелы зажигаете. Еще костер-то не разгорелся, он погаснуть может. Вы должны же его развести нормально. Кормите его дровами-то. Так, варежки и руки аккуратно. Вот, уже разгорается потихоньку костер ваш.
О, молодцы, вот это костер развели. У меня вот что такое будет, две суны будет такое. Ты дрова давай клади, сачок. Почему когда? Ну все, уже можно потолще палочки класть. Чтобы он уже у нас разгорался. Теперь следите, чтобы он не разжегся у нас где-то по траве. Гера, с палкой аккуратнее. Вот она у тебя дымит. Сейчас прожжешь одежду или поле, или себе. Так, ну-ка давайте вот сюда вот. Вот сюда вот вставайте. Вот сюда вот. Вот тут чай будете горячий? Что тебе там? Ничего не надо, отдыхайте. Кто чай будет? А? Я. Чувапчики! Вот такой у нас стол тут уже организовался. Поруснить. Все, а где чай? О, Гера, что там какой-то ритуал делают? Ну что, кому первому сосиску жарим? А мы ритуал заканчиваем. Сейчас тебе тоже папа сделает. Ритуал закончим. Тоже будешь жарить. Ну, грязный. Да садись. Только не в чай. Нет, Леш, в огонь не надо, в самый огонь не надо. Вот к углям ближе, вот сюда, где. В пламя не надо сосиски, они только сгорят так. Пойдем бегать на поле. Да. Пошли. Она так... Жарко становится пальцем, да? Да. Я думаю, что такое шипит, а это гриль. Да, гриль у нас сейчас выдаст на ура. Чевапчичи и сосисочки. Уже вкусно пахнет. Чевапчичи! Сосисончичи! Ну что-то у вас жара-то от костра нету. Где костровой у нас? Вот. Так они жарили, я поэтому не кидал. Подкидывай. Идите зайца ловите в лесу. Зайца съедим. Копьем. О, сейчас у вас будет супер индейские сосиски. О, молодец, бересту принесла. Да? Угу. Они так хорошо спрятались, их не найти совсем. Их долго-долго можно не найти. И они будут тихонечко там сидеть. Не найти. Мы тоже их ищем, не можем найти их. Поля! Поля! Нет, да. Спасибо. Ну что, вкусное? А ты не ел даже? Мне нравится. Ну чего, ты вон сидишь? Поле мое. Ой, аккуратно, да. Держи, вкусно? Вкуснее, чем на костре. Да. Сейчас еще чевапчичи будут, еще по второй будем сосиски есть. Так, Поля спряталась. Все ищут Полю. Лех, ну ты куда залез-то? Свалишься вот оттуда, будешь знать тогда. Так. Аккуратно, не быстро ходим по лесу. Гера, под ноги смотри. Смотрим под ноги. Ага, нашли. Прям быстро-быстро? Да, прям можно прям вниз с поля, а потом наверх. Да что ты? Да. Прям куда знаешь, туда едь. Как я не знаю, куда ехать.
Вам понравилось? Да. А давай молодцы. Опа. Ну что, кто проголодался? Я. Сырную? Ну что, какой ты хитрый. Я тоже. Не сырную. Не сырную. Есть сосиска, есть чевапчич, есть сосиска, есть сырная. Я сырная. Сейчас. Тогда чуть-чуть сейчас она еще. Кипятим воду в пластиковом стакане на костре. Опыт у нас проходит. Должна скоро закипеть. Двери поднимаются. Да, был бы он полный, она бы так полный бы и стоял. Вот. Ну давай уже. Закипывай. О, закипело. О, кипит. О, все, чай сварим сейчас. Угу. Вот так без кастрюли можно сварить чаю. Наливай. С целлофаном. Наливай. Ну, правда, там полиэтиленчик нормально выкипел туда. Не знаю, можно ли эту воду теперь вообще мама. Есть. А. Ну вот она кипит, да. Круто. Ну вот все, чай скипел. Отлично. Заварку надо положить. Все, мы собираемся. Закончился наш пикник. Собираемся назад вещи. И пойдем. Да, он сгорит. Вода выкипит, он сгорит. Ну что, наелись чечевапчичи? Да. Да. Едем домой. Сытые, едем чумазые. Домой. Сытые, чумазые, едем домой. Да. Ставьте лайки. Ставьте Гергерычу лайки. О, как красиво тут, да? Поедем? Да. Мне кажется, вы боитесь. Давайте в порядке. Пойдем проедем. Ой, щука вот. Где, спрашивает щука? Даже дети не купили. Понравилось? Да. Что больше всего понравилось? Пикник. Пока-пока. Что надо делать, сказал? Ставьте лайки. А что тебе больше всего понравилось? Мне, как мы ездили. Спасибо, папа. Все. Ставьте Гергерычу лайки.